Так, сейчас мы Grand Casino, Оклахома Сити. Точнее, это пригород Оклахома Сити, Шауни называется. Вот индийским именем. Город называется Шауни. Это казино. Вот это само казино. Еще примечательность всех казино, то что у них один вход, по-моему, и один выход. Дополнительных дверей, ну там, наверное, экстренные. Здесь пожарные, но в основном вот это все наверху, декорация. Ну, наверное, в целях безопасности, чтобы деньги меньше воровали, уводили, ну, нападение, не знаю. Это Мэриот, по-моему, отель построили. Это там открытая парковка. Тоже недавно, года 4 там назад, отель и парковку построили. То есть не было. Вот за этим дальше там еще больше парковки для траков. Траков 200-250 помещается. Ну, я тут по-наглому стал. Ну, в основном казино совмещают с заправками, чтобы побольше людей, наверное. Я тут покажу. Заправляешься, кофе бесплатно, напитки бесплатно. Да, много людей, особенно вечером. Сейчас утро. 11, наверное, да. Окей. Так, много. А так вот эта парковка все полностью забивается. Много тракистов составляет большие деньги. 100% газолин.